Друзья, всем привет! С вами Олеся Селезнева, и в этом видео я хотела бы поговорить с вами о женской красоте. Да-да, как сохранить, продлить молодость, правильно ухаживать за кожей лица и самое главное, делать это, экономя свой бюджет. Итак, если тебе интересно, оставайся на канале и досмотри это видео до конца. Кстати, если ты работаешь в сфере красоты или сотрудничаешь с какой-либо компанией, связанной с продвижением уходовых средств за лицом, оставайся, поверь, эта информация, возможно, будет тебе интересна. Не секрет, что мир не стоит на месте, да, и мы всегда ищем для себя любимые средства выше классом, да. Также мы любим экономить, и очень хочется, чтобы уходовые средства за лицом были высоки по качеству, и в то же время мы с вами не тратили на это много денег. До сегодняшнего дня для меня это был очень такой большой миф, потому что действительно, если я пользовалась дешевым сегментом, это не давало мне должного результата. Я понимала, да, денег я отдаю немного, но не получаю того результата, который хочу. Был у меня период в жизни, когда я пользовалась совершенно замечательной линейкой, полупрофессиональной, это класс люкс, но, к сожалению, сейчас для многих цена этой линейки стала дорогой в результате повышения курса доллара. И что же делать тогда? Отказаться от тех средств, которые вам нравились и приносили результат, и перейти на более плохое качество? Нет, милые женщины, не отчаивайтесь. Сегодня я вам открою тайну, от которой у вас повысится настроение, и, возможно, протестировав данную линейку, вы скажете, что вот-вот то, что я искала. Итак, я буду говорить сегодня о российском бренде, о разработке российской компании Armel совершенно шикарной линейки продукции Berry Mix. Эту линейку я полностью протестировала на себе, на своей коже, и только после того, как я получила результат, который мне понравился, я решила записать это видео для вас и поделиться своими секретами ухода за кожей. Давайте по порядку. Что же должен включать в себя комплексный уход за лицом? Как правильно ухаживать за лицом? Какие средства в ежедневном рационе для лица нужны? Мы сейчас с вами разберем. Все вы знаете, что мы в течение дня кушаем, пьем воду, то есть мы не забываем это делать, да? Также наша с вами кожа, она нуждается в питании, в еде, наши клеточки живые. Но здесь следует понимать, что, допустим, вода и жир – это не одно и то же. Очень частая ошибка, когда у женщины сухая кожа, и она выбирает сильные питательные крема, когда появляется излишняя жирность на лице, дискомфорт и так далее. То есть это две разные вещи. Давайте с вами поговорим о том, с чего, собственно, должен начинаться уход, что поможет вашей коже оставаться долго свежей, благоухающей, поможет избежать таких неприятных вещей, как прыщи, возможно, плохой цвет лица. Наверняка вы догадались, что ваш первый этап – это очищение кожи. Очищать кожу нужно обязательно, дорогие женщины, потому что в течение дня кожа работает, выделяется, работают сальные железы, да, выделяется кожный жир, также пыль, грязь, все это оседает на наши поры. И, к сожалению, тоже такой миф, просто водой эти загрязнения вы не удалите. Для тех, кто сомневается или считает, что нет, можно делать это и просто водичкой, попробуйте сковородку, на которой вы жарили пирожки, отмыть просто водой. Отмоется ли у вас жир? Поэтому средство очищающее обязательно должно быть, и средство должно быть такое, чтобы оно соответствовало определенным параметрам. Я сейчас использую пенку для умывания. Она совершенно уникальна по составу. Посмотрите, какой у нее
интересный дизайн. Объем здесь 160 миллилитров. На кожу она попадает именно пенкой. Пенка очень мягкая, приятная для лица. Она нежно, мягко, бережно очищает вашу кожу. И таким образом ваша кожа подготовлена к следующему этапу. Мягкая текстура пенки позволяет деликатно и бережно очистить кожу лица. Подходит для всех типов кожи. Содержит экстракт прополиса, улучшающий цвет кожи, протеины пшеницы, восстанавливающие гидробаланс кожи, и молочную кислоту, которая способствует сужению пор и повышает эластичность кожи. Данную пенку мы используем утром и вечером. Утром мы очищаем кожу от тех веществ, которые вырабатывались ночью, потому что ночью наша кожа продолжает работать, а вечером мы удаляем макияж, грязь, пыль, выхлопные газы и так далее, все, что наша кожа получила в течение дня. А если вы не очищаете кожу, милые девушки, то вы крема, которые используете в течение дня, наносите на слой грязи и пыли. И тогда вопрос к вам. Как вы думаете, насколько эффективно работают крема, нанесенные на слой пыли? Правильно, никак. Вы только свои денежки и крем выкидываете в мусорное ведро. Итак, после того, как мы очистили кожу, 1-2 раза в неделю я рекомендую использовать пилинг. Чем мне понравился, друзья, этот пилинг? Тем, что он очень бережный, и в принципе вы не сможете в домашних условиях навредить вашей коже, что очень важно, потому что многие скрабы очень действуют сильно, и после таких процедур часто бывает покраснение, возможно, даже какие-то высыпания. С этим пилингом у вас такого не произойдет. Крем-пилинг подходит также для всех типов кожи. Глубокое очищение кожи. Папаин обеспечивает бережное отшелушивание, повышает тонус кожи, разглаживает мелкие морщинки, придает лицу ровный цвет и здоровый вид. Пилинг – это обязательный уход за кожей лица. Энзимный пилинг Berry Mix – это бережное глубокое очищение, благодаря которому запускаются процессы обновления и регенерации клеток кожи. Обращаю ваше внимание, что пилингом мы пользуемся несколько раз в неделю. Этого достаточно. Следующий этап после очищения очень-очень важный – это тонизирование кожи. Сейчас многие подумают, что тоник, возможно, это такой маркетинговый ход, это непонятная водичка, зачем она нужна, и, возможно, ваши мамы, бабушки не использовали тоники, и у них была отличная кожа, здоровый цвет лица. Да, дорогие женщины, все это правильно, но подумайте о том, в какое время жили наши бабушки, какая была экология и какая была вода. Самая основная функция тоника – это даже не подготовка к нанесению крема, хотя это тоже очень важно. Самая важная, на мой взгляд, функция – это то, что она удаляет остатки воды. Какая у нас вода, все вы знаете. Кто не знает, попробуйте заглянуть в чайник и посмотрите, сколько накипи находится на стенках. То же самое остается в ваших порах. И опять же вопрос к вам. Если поры у нас закупорены, забиты вот этими различными отложениями, насколько может проникнуть крем и какого результата мы хотим с вами достичь, о каком здоровом цвете лица мы с вами говорим. Поэтому тоник – это очень важный этап в очищении, в уходе за кожей. Тоник для лица создан для ежедневного ухода. Он активно очищает и сужает поры, оставляя ощущение чистоты и свежести в течение дня. Увлажняет, витаминизирует кожу, предупреждает воспалительные процессы. Также обратите внимание, насколько элегантный, да, дизайн. Тоником мы пользуемся на ватный диск и по массажным линиям протираем лицо. Следует сильно не растягивать кожу, чтобы не спровоцировать появление нежелательных морщинок. После того, как мы воспользовались тоником,
Есть еще один очень замечательный этап, которым вы можете пользоваться по мере необходимости. Это такая новинка в компании Армель, долгожданная новинка. Летом она мне очень понравилась. Это термальная вода. Причем, смотрите, термальную воду мы можем наносить не только на лицо. Да? Помните о том, что в уходе нуждается также шея, да? Тело. Тело наше также имеет кожу. И помните, что самое дорогое платье женщины – это кожа, потому что кожу вы не поменяете, не постираете, не выкинете, она всегда с вами. И поэтому оно самое дорогое платье, за которым нужно очень-очень-очень деликатно ухаживать. Итак, что же собой представляет термальная вода? Это вот такой баллончик, похожий на дезодорант, который помогает восстановить баланс влаги в коже. И если вы часто летаете на самолетах, да, либо используете кондиционер в машине, а зимой мы будем использовать печку, все это очень сильно высушивает нашу кожу, а если кожа сухая, то на ней быстрее появятся морщины, чего мы с вами очень не хотим. Вот, поэтому термальная вода нам в помощь. И, кстати, ее объем позволяет взять этот баллончик в самолет, потому что в ней 90 мл. Термальная вода содержит гиалуроновую кислоту. Термальная вода с уникальным составом увлажняет, успокаивает кожу, стимулирует приток кислорода клеткам, восстанавливает потерю влаги, возвращая коже бархатистость, комфорт и сияние. Кстати, хорошая новость, девушки, термальная вода не повредит ваш макияж. В течение дня вы можете нанести эту водичку даже на макияж. Вот такая отличная новость для вас. После того, как мы использовали термальную воду, мы переходим непосредственно к кремам. Очень важно после 20 лет начинать ухаживать за кожей вокруг глаз. Почему? Да потому что к 20 годам наша кожа сформирована. Все, после 20 лет начинается процесс старения кожи. Как бы это дико для нас не звучало, и поэтому любую морщинку легче профилактировать, чем уже работать над ее устранением. Почему я акцентирую на области вокруг глаз? Да потому что вокруг глаз кожа самая тоненькая, самая чувствительная. Она не содержит сальных желез и поэтому требует к себе особого внимания. Этот крем настолько покорил меня, его оценили уже множество клиентов компании Армель, а также моих собственных клиентов, которые ухаживают за кожей лица и которые понимают толк в хорошей косметике. Итак, этот крем, он создан специально для чувствительной тонкой кожи вокруг глаз. Посмотрите, какой он красивый. Этот крем еще и приятно пахнет, так как он сделан на основе северных ягод. И действительно такой, знаете, очень приятный, легкий аромат свежих ягодок. Этот крем содержит масло органы, которое прекрасно питает и омолаживает. А экстракт конского каштана стимулирует выработку коллагена. А это значит, что ваши глазки дольше будут оставаться молодыми, ухоженными и красивыми. Экстракт огурца удерживает влагу в коже. И также в этом креме содержится компонент, который признан бороться с первыми признаками старения и морщинками. Этот крем должен быть в коллекции у каждой женщины. Кремом для век мы пользуемся либо утром, либо утром и вечером. Но если мы наносим крем для век вечером, следует помнить, что мы должны это делать за 1,5-2 часа до сна, чтобы утром не получить отек. Это касается любого крема, любой фирмы, которой вы пользуетесь. Наносить крем нужно безымянным пальчиком, именно на косточку, такими легкими похлопывающими движениями. В процессе моргания глазика крем распределится именно туда, куда нужно. Ну что ж, у нас осталось с вами два этапа, которые наиболее вам знакомы. Это, конечно же,
дневной крем и ночной. По статистике, кремами пользуется каждая вторая женщина. Некоторые не понимают, зачем ночной крем, но дневным кремом, скажем так, увлажняющим, пользуются очень многие. До крема я хотела бы проговорить такой момент. Если у вас очень сухая кожа лица, она прям чувствуется, да, что ей не хватает воды, она хочет пить, она просит у вас, не всегда нужны жирные крема. Идеальным решением для вас станет сыворотка с гиалуроновой кислотой. Эта сыворотка – это комплексное решение проблем сухой, раздраженной, уставшей и увядающей кожи. Эта сыворотка подходит для всех типов лица. Что же делает эта сыворотка? Она защищает от фотостарения, разглаживает морщины, повышает тонус кожи, способствует глубокому увлажнению, снимает раздражение, воспаление, также образует защитную пленку, которая препятствует потере влаги, возвращает гладкость, нежность кожи. Эта сыворотка очень удобна в применении, потому что она идет вот в таких вот ампулках. Кстати, ампулки удобно брать с собой. Вы также можете использовать эти ампулки в самолете, чтобы поддерживать, да, баланс влаги в коже. Одна ампулка может храниться 3 дня в холодильнике. Очень легкая текстура, можно наносить даже под глазки. И после этой сыворотки нет ощущения стянутости, липкости на коже. Она очень комфортна в применении и дает просто поразительные результаты. После 2-3 недель применения можно уже заметить эффект от пользование данным продуктом. Очень вам рекомендую. Важно помнить, что сыворотку мы наносим до крема. То есть, если мы нанесем сыворотку после крема, то крем он просто не будет действовать. Поэтому сначала сыворотка, потом уже какие-либо крема. Итак, нанесли сыворотку и дальше мы наносим дневной крем. Давайте поговорим про дизайн. Вы знаете, этот крем я полюбила именно еще из-за дизайна. Его очень приятно брать в руки. И также технология этого крема свидетельствует о том, что это действительно коллекция класса люкс. Это премиум качество. Я с гордостью об этом говорю. Потому что, смотрите, мы наносим крем из дозатора. Посмотрите, какая легкая текстура. Крем новый. Очень легкая текстура. Действительно ощущение, что мы наносим такой легкий фруктовый мусс. Приятный, легкий, свежий аромат. То есть он и не перегружает кожу, и в то же время дает такое ощущение легкости, комфорта. И когда мы наносим крем из дозатора, это говорит о том, что бактерии, которые есть на руках у каждого человека, они не попадают в этот крем. Хочу обратить ваше внимание, что вся линейка компании Armel Body Mix — это линейка премиум качества, качество люкс. Не думайте, когда вы узнаете цену, вы скажете, наверное, это Мосмарт. Нет, друзья, это премиум качество, потому что тенденции компании Armel именно давать классный сегмент, премиум сегмент по доступным ценам. Если вы еще не пробовали, обязательно рекомендую это сделать. Итак, после дневного крема мы можем переходить к этапу нанесения декоративной косметики. Дневной крем, кстати, еще слегка и матирует кожу и подготавливает к нанесению тонального средства. Дневной крем восполняет гидролипидный состав эпидермиса, защищает кожу от агрессивного воздействия внешней среды, глубоко увлажняет и питает кожу. Содержит экстракт северных ягод, натуральные аминокислоты, масла жожоба, масло виноградной косточки, пантенол, гиалуроновую кислоту, гель алоэ вера и лецитин. Посмотрите, какой уникальный состав в этом креме. Он действительно очень комплексно воздействует на нашу кожу.
Если мы говорим про вечернюю процедуру, она должна включать все то же самое, только вместо дневного крема мы используем ночной крем. А почему нельзя использовать одинаково, да, дневной крем и утром, и вечером? Да потому что у дневного крема другая функция. У дневного крема одна функция, у ночного крема другая функция. Кожа отдыхает, она должна восполнить, отдохнуть и так далее, да? Поэтому мы используем с вами ночной крем. Он тоже очень красивый по дизайну, он также идет с дозатором. Ночной крем глубоко увлажняет и питает кожу, регенерирует и восстанавливает кожу, смягчает и восполняет гидролипидный состав эпидермиса. В этом креме также содержится экстракт северных ягод, пантенол, гиалуроновая кислота, гель алоэ вера, масло оливы, жожоба, косточек миндаля, лецитин и витамин F. Кстати, очень важный факт, эксперты в области красоты, то есть те люди, которые не заинтересованы в продвижении торговой марки Армель, очень высоко оценили качество данной линейки и высказали свое мнение в пользу этого бренда. Поэтому девочки, девушки, женщины, все, кто смотрит это видео, я приглашаю вас в свой офис, который находится по адресу Пролетарская, 27. Для дегустации данной линейки мы проговорим еще раз о важности каждого этапа. Я дам нанести вам каждое средство, которое вы захотите, ваша кожа протестирует, и вы действительно поймете, насколько это достойная линейка, чтобы она появилась в вашем доме на вашем туалетном столике. И еще потрясающая новость. Вся вот эта вот красота, весь комплексный уход, о котором я сейчас говорила, стоит всего 6000 рублей. А теперь, если вы пользуетесь косметикой премиум класса, посчитайте, сколько обходится использование вам вашей косметики. И если вы захотите пользоваться таким же качеством, но по более низкой цене, вам тоже нужно к нам. А те, кто хочет получить всю эту линейку за 4500, пиши срочно мне в сообщение, я расскажу, как это можно сделать. И это не фантастика. Ну что ж, я была рада поделиться с вами очень важной, очень ценной информацией, которая, возможно, именно сегодня перевернет твою жизнь, и ты скажешь: да, я хочу, да, я хочу выглядеть красиво, да, я хочу быть ухоженной, и да, это то, чего мне так не хватало, и это предложение именно я искала. С вами была Олеся Селезнева, и я не прощаюсь. До новых видео! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.